Вот где маски эти! Реально, здесь делают маски! Это что за личинка? О май гад, ты кто? Открывайся! Беги! Беги, шестая! А! Ой, жесть! Ой, жесть! Не-не-не, дядя! Нет, дядя! Или кто ты там, тетя? Айболит, толстый доктор Айболит, уйди! Куда? Ой, жесть! Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, мы продолжаем проходить маленькие кошмары, часть вторая, вторая игра, которая вышла совершенно недавно, 11 февраля, кто не в курсе. Мы играем за маленького мальчика, с нами шестая, маленького мальчика зовут Мона, у меня шапка на голове, он носит шапку, головной убор, можно одеть пакет, который изначально был в игре, ладно, давайте его оденем, а то что-то этот медведь надоел. Так, мы остановились с вами в больнице, где жуткие манекены, которые передвигаются, если на них не попадает свет. И это очень жестко, ребят. Это очень крипово. Я не знаю, как. Но как-то надо их всех обходить. Вы видите, что происходит? Вы видите, да? Как они двигаются. Просто жесть, ребят, просто жесть. Их тут тьма! Их тьма! Иди нафиг! Эй, не подходи, я псих! Да я свечу! Я осветил! Давай, бежим, бро! Бежим! Ух, жесть! О май гад! Ух, да, мы в этой комнате. С другой стороны, отлично. Так, у нас есть мячик, который мы можем, видимо, кидать. Ух, бро, кстати, поставь дизлайк, пожалуйста, если тебе не нравится моя вебка, которая сейчас на мне, нет, которая сейчас у меня есть. Ой, жесть. Что это? Понимаю. Короче, если тебе не нравится вебка, вот, поставь, пожалуйста, дизлайк, ну, либо напиши в комментариях, вот, а если нравится, то поставь лайк и тоже можешь, бро, написать об этом комментарий. Окей, братишка, моя сестренка, а как я теперь? Понимаю, спасибо. Спасибо, шестая. Ой, как же хорошо. Все, забираем отсюда это, я не знаю, что это, предохранитель. Непонятно, ладно. Ух, валим из этого жуткого места. Валим, бро. Что, я забрала сама? Ой, спасибо, что ты мне помогаешь. Спасибо, я даже в дальнюю вставлю. Так, все, вставляй. И мы с вами, видимо, отправимся сейчас в какой-то лифт, ребят. Все, я дергаю за рычаг. Лифт приехал. Ой, хорошо. Пусть нас лифт увезет куда-нибудь, какой-нибудь райский остров, а, пожалуйста, пусть это будет Бали или еще что-нибудь, я не знаю, какой-нибудь райский остров. Но, наверное, нет, бро. Наверное, мы будем где-то, ну, не знаю, где-то в какой-то... А, мы вниз опускаемся? Да, ну, это вообще какие-то там трущобы сейчас этой больницы или подвальное помещение этой больницы будет. Ох, ох, май гад, длинный коридор, ненавижу длинные коридоры, ненавижу. Просто. Это морг. Да, люди лежат, смотри. Это морг, ну или манекены эти. Ой-ой-ой. Я в наушниках играю, ребята, и в наушнике правом сейчас что-то шумит. Надеюсь, вам тоже слышно. Шум издается откуда-то отсюда. Блин. Дайте мне шапочку, а. Только шапочка может успокоить мои нервы.
Вряд ли где-то здесь есть шапочка. Вообще ничего не видно. Короче, ладно, бежим, ребят. Так, какая-то веревка. Ага. Шестая, пожалуйста, тоже залазь за мной, а. С тобой как-то не так страшно, как без тебя. Так, может, у этого манекена можно голову оторвать? И одеть себе. Я буду тоже этот жуткий манекен. Но, видимо, нет. Ладно. Да, это похоже. О-о-о. Ой! Что такое? Кто? Ой, понимаю. Эти руки опять вонючие. Вонючие руки. Иди сюда. Да что это рука? Да что? Да нет, вцепилась. Блин, как из чужого прям вот это вот накидывается на тебя, да? Так, ладно, надо, короче, вот сюда, на открытую территорию куда-то встать. Пока там шестая удерживает, я буду бить эту гадину. Да как попасть? Попал. По пальцам, а? Давай! На! Ебой! Ну как его сломать? А, еще одна! Понимаю, две руки! Сразу! Умирать! На! Умри! О! И останавливай... Чего? Чего там написано? Умри! Да! Умри! Ломай! А, жесть! Сейчас я помогу. О, гады! Вонючие руки! Вот где маски эти! Реально, здесь делают маски! Ты видишь? Вот где маски эти производят! В этой жуткой больнице! О май гад, там кто? Ой, жесть! Кто? Кто это? Ой, жесть, ты посмотри, какой он здоровый. Ой, жесть. Это что за личинка? О май гад, ты кто? Ой, жесть. Тихо. Он по потолку... Что за жердяй? Да кого? Как ты сквозь эти ящики проходишь, полки? Ты серьезно жирный? Я не понимаю, бро. Да блин, ударяйся! Да. Да лезь! О май гад! Нет! Да как этого резинового толстяка пройти? Просто бежать? Давай! Ползи! Ползи, блин! Ползи, бро! Я не знаю, как это делать, но это как-то надо... Это как-то... Ну, ё-моё, ну что такое? Ну чё на него светить? Что с ним делать? Как? Ой, жертвец. А, понимаю, еще и надо найти что-то, чтобы кинуть, да? Ну, понимаю, да, ага. Ну, он ловит по-любому. Ну, кто это придумал, а? Что за сумасшедший? Так, я понял. Вроде бы он меня не видит. То есть тут можно по стелсу все это проходить. Ага. Он отвернулся сейчас. Правильно же? Жесть, как ты ползаешь. Как он ползает? Ой-ой-ой. Как он ползает по потолку? Так, ладно. Надеюсь, он меня не видит. Он типа лечит их. Он типа их лечит, реально доктор. Жесть, толстый доктор Айболит. Он на потолке сидит. Приходи к нему лечиться.
и тигрица, и шестая, и восьмая, и седьмая, и Мано, и монумент. Все пришли к нему на обед. Ух, аж стихами заговорил. Ой, жесть, бро. Ой, жесть. Надеюсь, он меня так не увидит, да. Тихо. Я спрятался. Не-не-не, ты же не знаешь, что я здесь. Как? Ты не видел? Ты не видел? А, конечно же, как он не видел? Он все видит. Как ты видишь? Откуда ты знаешь, что я здесь именно? Откуда ты? Толстый доктор болит. Ладно, все. Шестая там осталась. Шестая осталась там? А я побежал, ну отлично. И он меня сейчас поймает. Ясно, надо кинуть и, короче, спрятаться, видимо, да? Потому что шестая, смотри, осталась-то на месте. Давай, возьми. Видал? Да. Угу, вот как надо. Толстый доктор Айболит на потолке сидит. Ты посмотри на его зубы, на его пасть. Иди отсюда. Дежурдяй. Тебя ждут пациенты твои. А как он туда прошел? Ага, он ползает. Ой, жесть. Какая жесть. Кто всех этих монстров выдумывает? А? Крейзи разработчики? Вы что, крейзи реально? Ух, ладно. Но на этом наша встреча с ним не закончена, ребята, и мы по-любому еще с ним будем пересекаться. Чего очень бы и не хотелось. Так, что тут у нас? Вроде бы ничего, ладно, идем. О, тут дырки. А, ты... Вот как он передвигается, ты видал? В этих... В этом потолке есть дырки, он за них цепляется и передвигается. Понимаю. Давай, валим отсюда по-быстрому. Так, вроде бы сохранение. А чё, ружбайки тут нету больше, что ли? Ой, какая открытая территория, нет потолка. Нет потолка, бро. Так, это не сломать. Но нам надо... Видимо, сюда слазить. Ну и он сейчас услышит, да? И он услышит. Так, тут замок. Нам явно не сюда, нам явно надо найти ключ. Это что такое еще? Ой, как шумно. Ой, что там? Он на меня! Эй, ты куда меня? Фу. Фу, жесть. Вот это жесть. Я в морге. Вот он ключ. Как туда залезть? Надо по трубикам прыгать. Всего лишь навсего. Ничего страшного, бро. Просто прыгай по трубикам и все. Понимаю. Блин, ну ладно, окей. Лишь бы не пришел этот толстый... Я не знаю, кто он. Хирург, не хирург. О, что у тебя с руками было, бро? Ага. Понимаю. Давай. Что? Ты чего? Ты чего не запрыгнул-то? Алло. Что? Во, ну наконец-то! Наконец-то он залез. О май гад. О май гад. Так, ключ у нас в кармане. Отлично. Валим отсюда. Ух. Мне обратно надо залезть в ящик. Ага, шестая меня тянет обратно. Ой май гад, ребятки. Шестая, ты шо, крэйзи? Ладно. Все, блин, ну пожалуйста, ну можно уже убежать с этой жуткой больницы, а? Ну двери закрыты, значит его там нету, правильно же?
Его не должно там быть, этого толстяка. Все, это выход из больницы. Ну почему нет? Ну пошу, ну какой еще морг до сих пор? Он закрыт был. Этот дядя сейчас сюда придет по-любому. Или что тут будет? Я не знаю, я не хочу. Я не хочу во всем этом участвовать. Я не могу залезть. Понял. Мне надо вон туда. Блин, ну почему? Ну почему я должен этим заниматься, а? Почему вы не наняли кого-то другого? Нифига, считаю, смогла проползти там. Я не могу. Что? Игра. Просто что? Понимаю. Понимаю. Так, есть шапки какие-то, нет? Так, ну вроде нету шапок, ладно. Окей. А, лестница. Окей. Наверх. Ну давайте все, и мы выходим куда-нибудь на улицу. Какой-нибудь остров. Найдем динамит, взорвем это место, и все, и на этом игра закончится, пожалуйста. Нет. Опять же нет. Опять искать надо эти вони... Понимаю. И этот докторенок, он здесь. И он здесь, брат. И вон там наверху эта штука. Ой, жесть. Ой, жесть. Так. А, он, в принципе... Так, что, не заметил? Так. Я вижу вон ту штуку, она лежит там. Как мне туда пробраться? Давай, какой браться? Давай! Ой, он меня не видит, отлично. Так, я не знаю, я куда-то ползу. Ой, жесть. Так, мне надо наверх залезть. Как мне туда залезть? Вот отсюда, да. Ух, поползли. Я аж вою аж. От той крипоты, которая здесь происходит. Давай. Прыгай. Да. Прыгай. Выключи. Ой, жесть, мы убили пациента. Ясно. Понимаю. Так, как дальше? Как туда залезть? Бро. Давай быстрей. Он там будет его сейчас реанимировать. Нам надо быстро забрать эту штуку. Быстро залазь, бро. Кривое управление, залазь. Залазь быстрее просто. Кидай ее, шестая, беги просто. Да нет, тупит теперь шестая тоже. Быстрей. Да беги, бро. Ой, что происходит? Прячемся. Он помчался. О, он нашел! Как? Ты крызи, что ли? Блин! Я что за все кинул эту штуковину? Вскакивай! Все, бежим мы. Открывайся! Беги! Беги, шестая! А! Ой, жесть! Нет, дядя! Или кто ты там, тетя? Айболит! Толстый доктор Айболит! Уйди! Куда? Ой, жесть! Беги, бро! Беги, бро! Нет! Не тормози! Да какой? Да ты чё, как тормозить так? Шестая, готовься на старт, внимание, марш, побежали! Все, изи.
изи. Да блин, горят своей башкой. Беги. Просто бежим. Бежим, 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 бежим. Толстый докторенок. Толстый айболит. Он под деревом сидит, он на потолке лежит. Ой, ой. Нет, нет. А чё он дальше не пополз? Чё он дальше не пополз? Он ползёт. Он не доползёт. Пошёл ты нафиг, толстяк. Крэйзи, залазь. Что? Он поймал? Да. Понимаю, это печка. Это печка, бро. Жесть. Что? Нет. О май гад, нет. Давай. Шестая. Закрывай нафиг эту печку. Да. Давай. Ползи. Ну, ползай. Шестая, отрывай. Давай, отрывай. Ну, да. Закрывай. Ух. Ну что, приятель? ГГшка? Ой, жесть. Офигеть, она сидит и что, игрится у костра? Вы серьезно? О май гад. О май гад. Мы его спалили нафиг. Жесть. Погрелась? Она превращается в какого-то монстра, мне кажется. Ну, в смысле, что? А машина для убийства. Просто ей вообще плевать. И вообще пофигу, кого убивать, мне кажется. А любого убьет. Жесть. Прости, я на нее посветил ей. Это было неприятно, видимо. О, жесть, ребят, вы представляете, что произошло? Мы спалили этого доктора. Госпитализация, во. Наконец-то. Новое слово выучил. Ух. Так. Блин, к сожалению, мы в этой больнице, по-моему, нашли только одну шапку. Наверное, это уже выход с нее или нет? Опять манекены. Может, где-то здесь? Так, вендинговый вот этот аппарат опять стоит. Давай, нам, наверное, надо будет что-то там покидать опять. Что такое? А, я ее подзвал нечаянно. Так, ну я сразу взял, да. Блин, ну подожди, ладно, я тут посмотрю, может тут где-то шапки валяются. Есть шапки, нет? Эй, монстры. А чё вы сидите такие? Это чё было? Чё это было? А, тут крыши нету. Это, видимо, зал ожидания какой-то или чё? Ну тут шапок я не вижу. Ну ладно, окей, ребят. Пошли дальше. Пошли просто дальше. Я не знаю, взял с собой банку, но всякий случай. Мне кажется, здесь что-то надо где-то кидать. Хотя, видимо, нет. Может, там надо было куда-то кинуть? Почему там бутылка разбилась? Вы слышали это? Там разбилась где-то бутылка. Так, тут шапок я не вижу, ребят. Ладно, наверное, где-то что-то упустил, пропустил, но да пофигу. Валим отсюда. Наверное, все-таки это выход с этой больницы. Да. И мы с вами опять на улице. Мы с вами опять на улице.
Наверное, все-таки в больнице я где-то шапку пропустил. Но окей. Давай посмотрим здесь. Может, где-нибудь здесь что-то валяется. Тут... О! Смотри. А нам туда? Или нам не туда? Видал, колодец открытый? Подожди, 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 бро. Давай посмотрим. Может, нам туда сейчас? Может, мы в колодец пойдем? Может, это секрет какая-то? Или нам все-таки здесь надо лазить? Ой, ну тут вообще выказ. Не, пошли в колодец сходим, а? Интересно просто, что это такое там? Может, какая-то новая локация? Колодцы, смотри. Давай спустимся. Вау. Жесть, надеюсь, тут монстров нету никаких. Или нам сюда и надо идти, а? Мальчик сидит и рыбачит. Здорово, бро. Удочка. Блин, а если туда упадешь? А, ну погибнешь. Понимаю. 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 Ладно. Надеюсь, мне засчитали, что я этого мальчика поглотил. Но я не знаю, надо его поглощать, не надо вообще этим заниматься. Но это какие-то тени. Они как тени какие-то. Так. Есть что-нибудь? Ничего вроде нету. Тут опять телевизоров. Просто тьма, ребят. Просто тьма телевизоров. О, зонтик. Можем взять зонтик? Ага, нет, он не залазит. Он вроде бы цепляется, но не залазит. О, тут что-то падает. О, что там падает? Блин, почему такой жуткий дождь? Ой, май гад. Ой, жесть. Это что происходит здесь? Музыка? Вы слышите? Мы в какой-то жилой дом, видимо, зашли, да? Это как подъезд, видишь? Квартиры какие-то. Мужик какой-то лежит. Кто их убивает? Что происходит? Что происходит? Вы кто? Они кто такие еще? У него лица как будто бы нету. Он зомбированный, что ли? Он в телек, смотри, уткнулся. Он в телек уткнулся и умер от этого. Чего? Они зомбированные? Так, нам, видимо, сюда. По лестнице. Давай. Ух, это жесть. Что происходит в этом городе? Что за городок такой, а? Напоминает наш Омск, конечно. Судя по развалинам. О. Не, это шутка на самом деле. На самом деле наш город немножко красивее. Так. Уткнулся он, телек смотрит. Да, он слышит, там, видимо, телевизор как работает. Эй, а кто сюда этих... Этих повесил, этих двоечников со школы. Они все смотрят телек. Чё с ними? Они зазомбированы от телевизора, видимо. Смотри, мне ничего не надо, телевизор подавай, и всё. У них даже лица как будто бы нету, прикинь. Вот видите, ребят, нельзя смотреть телевизор, надо смотреть YouTube. Поэтому ставь лайк. Подписывайся на канал обязательно, если еще не подписался. Напиши в комментариях, как тебе моя вебка. А то я, ну, создавал этого персонажа, создавал, ты молчишь, ничего не пишешь. Нравится, не нравится вообще. Поэтому пиши, бро. Потому что на сегодня мы закончим, наверное. И продолжим уже в следующем видео. У нас с тобой был Funny Games TV. Удачи тебе, бро. И пока.